Решил я однажды сыграть за Шторм Спирита. Стоял я на миду против инвокера, и мы фармили. Потом я нашел руну и пошел наверх. На низ. То есть наверх. То есть на низ. Да, на низ идеально. Я пришел на низ и начал фокусить вивера. Не понял как, но мы его убили. Нуб. Пришел инвокер и кинул Cold Snap. Меня убил вивер. Нуб. Потом я пришел наверх. И испортил отвод. Ха-ха-ха, получи. Потом Тимберсо решил, что убьет троих. Не вышло. Я снова нашел руну. И стильнул Акса. И стильнул инвокера. Мамку ебал нуб. Потом я снова нашел руну. И тут же сдох. Я решил, что лучше всего попушить в мид, забив на свою команду. Вот это я довольно бегу, потому что нашел еще одну руну. А инвокер не нашел. Я инициировал драку. Потом бежал. Пусть сами разбираются. И мы никого не убили. Рошан получил 6 башей подряд. Мы выигрываем. У нас Аегис. Но Аегис у нас долго не задержался. Мы проигрываем. Все потому, что у меня не было руны. Так бы я сдох быстрее. Потом я нашел руну. И был очень полезной команде. Команда тоже была полезная. Для команды противника. Никто не ожидал от нас одной вещи. Мы внезапно взяли и проиграли. Вот так я играл Шторм Спиритом.